До інших тем. Виконання правила дорожнього руху, умови заховання життя і забезпечення кваліфікованих дійсних супрацовників МНС. Врятувальники просять насельництва не перешкоджати їх роботі. Для цього важливо не паркувати свої автомобілі на тротуарах дворових територій, щоб завжди був забезпечений проїзд врятувальної техніки. У Гомелі напередодні з-за великої кількості власного транспорту перед домом супрацовники МНС змогли врятувати на пожари тільки одного потерпілого, а могли заховати життя двум погорельцам. Врятувальники были вымушены стратить ценные хвилины, каб занять у жилым дворы место, с якого можно было бы выставлять автолесвицу. На одном из верхних поверхов дома отбылся пожар. У вынику после обследования наполненной дымом кватеры врятувальники вытягнули двух потерпелых мужчин, але медицинская допомога потребовалася уже только одному. Прибывшие к месту вызова спасатели столкнулись с проблемой. Ведь припаркованный автотранспорт мешал проезду специальной техники. В связи с этим пришлось тянуть магистральную линию аж за 80 метров до нужного подъезда, что в свою очередь увеличивает время реагирования и оказания помощи людям.